Меня просили все, кто работает и отдыхает в Нигерях, в ваших управлении делами, поблагодарить. Мы приняли там 16 тысяч детей. Отстроили при вашей поддержке великолепный военно-спортивный лагерь. И они там проходят школу не только возмужания и оздоровления, но и познают нашу страну. 2 недели Кремль, Красная площадь, Храм Христа. Кстати, выставка. Кстати, вы на выставке побыли. Выставка произвела на всех яркое впечатление. Правда, Кириенко сказал, если бы вы еще дополнили советскую эпоху в полной мере, то было бы совсем хорошо. Маловато там. Я согласен. Можно было бы показать. Но сказал, что будут обновлять. Я надеюсь, там и достижения ленинско-сталинской модернизации будут полностью. Но выставка производит на молодежь очень яркое впечатление. Я всех своих туда привез, и они там 3 часа, в том числе и вся дома выезжала. А свое домашнее войско, я сказал, пока вы не изучите мне, начиная с Камчатки до Калининграда, я вас кормить не буду. Они сейчас с удовольствием все посещают и знакомятся.